люди, не забывайте о смерти, оклянитесь ушедшие до вас, оставили все блага этого мира и унесли с собой только 3 куска материи. Они оставили друзей, семью, свои планы. Они оказались в полном могильном одиночестве. Готовьтесь к уходу поистине. Час этот близок. Когда покойника готовят к омовению, голос с небес доносится до него. «О, сын Адама, где твое сильное тело, как слабо оно сейчас? Где твой красноречивый язык, как велико его молчание? Где твое острое ухо, как глухо оно? Где твои родные и близкие, в каком диком одиночестве оказался ты?» Когда его заворачивают саваном, голос небес становится к нему. «О, сын Адама, великая радость тебе, если удостоишься рая, и горе страшно, если попадешь в ад. О, сын Адама, ты выходишь в долгий невозвратный путь, без провидий пробудешь в доме трудностей. Когда умершего на носилках понесут на кладбище, будет сказано: «О, сын Адама, великая радость тебе, если деяния твои были благими, и если ты искренне раскаялся и был покорен Аллаху». Когда умершего положат для совершения джаназа намаза, с небес скажут: «О, сын Адама, ты увидишь результат каждого своего деяния, благого и дурного». До того, пока его положат в могилу, будет сказано: «О, сын Адама, для такого ли разрушения ты строил этот мир? Для такой ли нищеты собирал богатство?» После того, как его положат в могилу, земля скажет ему: «О, сын Адама, ты смеялся на моей спине, а теперь плачешь в моем животе. Ты радовался на моей спине, а теперь печалишься в моем животе. Ты разговаривал на моей спине, а теперь молчишь в моем животе». После того, как все люди уйдут, Господь скажет ему: «О мой раб, ты остался одиноким. Они оставили тебя во мраке могилы. Ты ослушался меня ради них, но я милосерден к тебе больше, чем мать к своему ребенку».